Депутаты Тамбовской городской думы уходят на каникулы. Перед отпуском они собрались на очередное заседание, чтобы подвести итоги проделанной работы за год и обсудить планы на будущее. На повестке дня около 30 вопросов. Все они претерпят изменения, поправки или утверждения. Главные вопросы – на что были потрачены деньги и как сделать так, чтобы в бюджете расходы не превышали доходы. В прошлом году расходы превысили доходы. Основная сумма средств была направлена на образование, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. В целом результаты исполнения бюджета города за 2012 год соответствуют поставленным целям и задачам. В прошлом году огромная сумма выделялась на ремонт и дооборудование различными средствами наших общеобразовательных и внешкольных учреждений, дошкольных учреждений. Поэтому, в общем-то, расходная часть была несколько превышена. Естественно, мы эту работу учитываем и ведем уже в течение этого года и постараемся, чтобы в этом году, в общем-то, бюджет был сбалансированным. Депутаты акцентировали внимание на необходимости создания платных парковочных мест и стоянок. Вопрос разгрузки города от частного транспорта стоит остро. Но сегодня речь идет не о том, сколько брать с водителей денег. Речь об организационных моментах. Нужно установить соответствующие знаки, наладить систему информирования водителей о наличии или отсутствии свободных мест. На все это нужны средства. Концепция проекта не утверждена и будет дорабатываться. Очевидно одно, что вся организация ляжет на городскую администрацию. Никакой частный предприниматель не будет получать доход с парковочных мест. Это одно из направлений пополнения городского бюджета. Администрация будет наделена полномочиями в организации, в содержании этих парковочных мест. Обязательно в статье есть понятие «бесплатные парковочные места для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны». Кому будет администрация делегировать содержание этих парковочных мест? Но самое главное, что если будут парковки в городе Тамбове платные, то регулировать и будет администрация города Тамбова. Претерпит изменения и вопрос о назначении городских именных стипендий и единовременных премий. Так, в рамках Года культуры, помимо основных номинаций, будет введена еще одна – по краеведению. Мы сегодня обсуждаем, имени кого это будет стипендия, вот, и какая будет стипендия. То есть обязательно, да, будет добавлено. То есть мы сегодня это решаем, мы проговариваем с администрацией города Тамбова в рамках расходной части бюджета. Всего на последнем перед отпуском заседании Гордумы депутаты рассмотрели 27 вопросов. Елена Хромова, Андрей Корабельников, Елена Авдеева. Область новостей.